Я пришла в академию, потому что, во-первых, потому что я хотела достичь больших результатов. У меня была достаточно сложная ситуация в плане с школьным спортом. И я была знакома с моим нынешним тренером Анной Александровной Кочетовой. Просто позвонила, узнала, как можно попасть. Она меня посмотрела, сказала, что мы можем с ней поработать. И вот уже 2 года, почти 2 года я нахожусь в Академии конного спорта. Мне очень нравится эта система образования конного спорта у нас в стране, можно так сказать. И, конечно, я не собираюсь на этом заканчивать, останавливаться. Я хочу только достигать больших результатов, высот и помогать молодому поколению тоже, ну, чуть-чуть помладше, кто вот такие, как Катя, например. Я занималась на прошлой конюшне и не видела чего-то большего. Ну, не думала то, что я там смогу чего-то добиться. И в интернете я нашла объявление, то, что идет набор всадников, которые смогут выступать на соревнованиях, показывать результаты. И я позвонила моему нынешнему тренеру Ане Александровне Кочетовой, связалась с ней, поговорила, можно ли прийти на тренировку. Вот, пришла, мы попрыгали, очень мне понравилось, и тренеру очень понравилась я. Мы поговорили, и я решила там остаться. И сейчас, как уже, ну, уже год, я нахожусь в Академии конного спорта. И не хочу бросать вообще конный спорт, потому что без нее я не вижу жизни вообще. И кто знает, может быть, кто-то из этих детей когда-то станет олимпийским чемпионом, будет защищать цвета нашей страны, и мы будем гордиться ими.